Первое летнее воскресенье года как-то особенно хочется поговорить о приятном времени отпусков. Согласитесь, смена обстановки – милое дело. На ум пришло выражение «галопом по Европам». Сегодня оно, правда, не совсем имеет отношение к отдыху и заграничным поездкам. Но звучит-то как? Изначально эта фраза действительно была связана с путешествиями. Ныне же этот оборот своего рода насмешка. Так говорят, когда имеют поверхностное представление о чем-либо или стремятся сделать что-то на скорую руку. Это ироничное выражение возникло в конце 19-го, начале 20 века. Имело оно отношение к горе-туристам, которые буквально вихрем проносились по заграничным прославленным местам, толком ничего не успев посмотреть и нигде почти не задерживаясь, но при этом умудрялись с важным видом делать выводы обо всем, что мельком попадало им на глаза, высказывались как бывалые, знающие люди. Определенную популярность этот оборот получил благодаря Максиму Горькому. Он использовал его в своей статье о пользе грамотности. Он применил его по отношению к тем авторам, которые на суд читателю представляли неточную, неглубокую и необработанную информацию. Так, с подачи русского писателя, это выражение пошло в массы и до сих пор используется в разговорной речи.